Слезы счастья не скрыть от камер. Семья Лаврушиных вместе с ключами от машины получила гордое звание победителей акции «Роди патриотов. День России». 12 июня буквально за несколько минут до полуночи Елена и Евгений в пятый раз стали родителями. Сегодня они признаются, подгадать в этом деле просто невозможно. Все решает воля судьбы. Это все произошло случайно. Родились за 20 минут уже до следующего числа. У нас получается 23:40 мы родились. В семье Баскаковых лапочка-дочка и три сыночка, последний из которых уже с рождения признан патриотом. В этом году маленькому Даниилу выпала честь буквально дать старт акции. Малыш появился на свет в 5 утра 55 минут. Для нас это, конечно, было неожиданностью. Патриот. Второй, третий и четвертый ребенок мы планировали на патриота. Ну вот один у нас из трех получился. Видно, Бог любит троицу. Все пацаны летние у нас получились. Двое июльские, вот получился на патриот. Всего в 2021 году на свет появилось 30 маленьких патриотов, 11 из которых – первенцы. За 16 лет акция стала доброй традицией Ульяновской области. За эти годы свое материнское счастье испытали порядка 11 тысяч женщин. Достойно можем сказать, что регион, наш регион благоприятный для многодетных семей. Наш регион, можно сказать, территория многодетных семей. И наши семьи каждый раз это доказывают. И мы, безусловно, их сегодня чествуем и поздравляем. На территории Ульяновской области действует 35 мер поддержки семей с детьми. Это один из самых больших показателей на территории всей Российской Федерации. Александра Никитина, Герман Баранов. Управда ТВ.